Провод есть, чтобы его заряжать от сети. Стекло туда-сюда боялось. Первая нормальная игра за мафами. Блин, ты с факером, что ли? Отстой какой. Ты там зарезал кого-нибудь, я надеюсь? Зарезал, да. Это его так моментально починили? Интересно, интересно. Зарезал кого-нибудь, я надеюсь? О, господи. Нет, не зарезал. Поскольку кила 2 красняю на всю жизнь Рамону, нашла гудка сейчас в центре, у митинг-рума, но чуть пониже. Я сразу инфу дам, пупа на пульсах, я подошел после починки, ну, типа, моденами починил свет, я пошел на камере пупа трупом лежит. Ну, а гудок сразу же и ниже, чуть-чуть ниже, то есть рядом челы бежали. Рамон осталась после меня в кишке. Легче. Тимофей Крабик в левой части, я их встречаю сразу после света. Факер на камерах, я на свету. То есть у нас остается... Ну, Рамон, для меня это точно не Тимофей, не пуп, так скажем. Так, надо моденами сейчас срезать. Для меня это точно не агроном. Потому ну что да, меня вот мы с ней были. Все время мы с ней были. Почему это не пуп? Смотри, Настя была с нами. Сначала с Настей мы стояли с Тимофеем втроем, потом она вышла, и по таймингам она успела забежать. А Настя куда вышла? Налево? Она сейчас в связи. Направо она вышла в кислородную. Я видел, в связи кто-то выбегал. Я сейчас выбегал в связь, но кто-то выбегал еще. Это вот она выбегала из связи как раз. А кто еще кого окраснил? Ну, короче, вот я красняю Факера, красняю Тимофея Крабика, это те, кого я видел. Крабик, Тимофей, Факер. Ну, один труп на камере, просто те, кто были сверху во время выключенного света, получается, могли убить, правильно? Нет, не на камере, на пульсах, я на камере. Все, они оба там, Один под админкой, второй на пульсах, то есть в одной здании. Если все друг друга... Ну, Гид в начале раунда действительно пробегал мимо меня в сторону связи. Если агроном утверждает... Кто утверждал, что это даблкил? Просто если Гид один, то кто-то так второй пробегал. Ну, скорее всего, даблкил, потому что труп-то рядом, ну, в соседних комнатах. А, в соседних комнатах. Да, все в админке. Админка и пульсы — это соседние комнаты. Я думал, прям вплотную лежат. Ну, нет, не вплотную. Короче, Гид на труп под подозрением больше всего. Ну я так что, мне нечего сказать. Ну типа, меня в начале раунда видели. Красиво. А в конце не? Ну в конце я один справа был вверху. Так, ну ладно, раз так, надо тогда сейчас будет зарезать кого-нибудь. Меденами я хочу больше всего зарезать. Где этот сраный меденами? Понял, ладно, пойду отсюда.
Блять, зачем сейчас прожимать свет? Ух ты, факер, нарезал сколько. А, понимаю. Я нашла Тимофея. Крабик, ты мимо меня только что пробежал. Ну это факер и фиг. Это крабик. Я видела на пульсах, что синий погиб. Так, давайте так. Я побежала искать. Давайте так. У нас самый черный по первым раундам гид. Он убегал в левую часть, килл в левой части точно есть. Это, скорее всего, розовый. В смысле? Ты сейчас про какой раунд? Про первый? Нет, про этот. Да, про первый. Про... Я про этот раунд. Про первый раунд ты был в правой части. И там я сейчас был... в левой части, я сейчас не был, если что. Ты был сейчас, в левой. Я пошел влево, но до левой части я не дошел. Я стрелял по астероидам. Убил где-то по центру, значит. А потом побежал вправо в лабу. Я же мимо тебя пробегал дважды. Я тебе говорю. Типа. Вряд ли могу. Мадами, ты видел меня во время даблкила? Можешь поверить моей инфе, что факер сейчас убил. Я видел факер. Я видел факер. Ну вот опять, ну вот надо было резать сраного Мэденами. Ну как он душит, блять, ну просто невозможно. А Рамона дефала агроном, и агроном с Рамоной, типа, и они... Смотрите, как было. И агроном мертва. Заранее, мы подкидываем гита. Все, дальше говорим. Хорошо, я проголосовал. Смотрите, ситуация такая. Перед тем, как выключается свет, мы бежим. Эх. Мы бежим. В меня, ну, понятно. Два. Короче, я проголосовал в Гитмана, это Крабик и Гитман, все. Микрофон. Рамон. Что за балбесы? Да убил бы меня. Короче, смотри. Это... Что, да я скажу. Ну, говори. Смотрите, два голоса улетели в Гитмана. Точнее, три голоса улетели в Гитмана, два в Мэденами. Я проголосовал в Гитмана. Кто еще в Гитмана проголосовал? Я в Гитмана. Я тоже проголосовал в Гитмана. То есть четыре человека проголосовали в Гитмана, но почему-то 3-2 разошлось, да? Немножко не сходится. Короче, смотрите, ситуация такая. Перед тем, как выключается свет, мы в нижней кишке, я Факер, Тимофей ничего не и Крабик. Руинил. У меня уже все квесты выполнены. Я бегу, получается, иду в верхнюю кишку, потерял Тимофея и Крабика. И вот Рамона говорит, что Крабик бежал ей навстречу, и там труп. Но ну, это как и она быть, так это и он. Правда, да. Еще раз говорю. Да, спецом игнорил это же Рамону дефала агроном. Для меня это либо Рамона, либо Факер. Я их обоих видел в кишке. Рамона дефал агроном, агроном мертва. То есть, типа, да, это да, смысл ее оправдания мне верить я не вижу. Мэденами, ты меня видел в первом раунде, когда был даблкил, соответственно. Надо вычислить, кто врет и не проголосовал. Ладно, как это понять? Типа, кто не проголосовал, кто проголосовал не в Гитмана, а в Мэденами. Ну, типа. Да что ты глаза отводишь от нашей, от тебя? Я проголосовала Гитмана, потому что я видела, что он в правую сторону бежал, и я решила снизу побежать, чтобы не меня убили, а чтобы я нашла короче, тело. Давай определимся, Факер, мы в Рамона или в Крабика? Потому что два голоса вообще, по-моему, в тебя летят. Или куда летят голоса? Ну, Крабик в меня проголосовал, а Рамона. Я думаю, мы можем проголосовать и убить, нет? Ну, я уже вычислила давай... для себя мафа, если честно. Я в Крабика проголосую. Ты уверен? Типа это странно. Ну ты думаешь в Рамону? Ну я просто не знаю, я, ну для меня давай подозрительно. Давай два в Рамона, давай два в Рамону, все равно, если два в тебя, то у нас как бы ничего не произойдет. Ну окей. Я просто типа Крабик сказал сразу, да. Что это я. Типа когда выключил, когда это был репорт, он сразу сказал, это факер. Типа и все. Факер все нормально сделал. Даже если он в меня голосовал, то все сделано правильно. И че он стоит АФК?
Ну, это сложно. Можно, но сложно. Ну, ему сейчас может зарешать, короче, без света килл в толпе. Если он убьет Рамону... Ну да, если он убьет Рамону. Я не буду делать саботаж, зачем? Что, ты дедрофлишь, что ли, чел? Ну, на его счастье, они не делают квесты. То есть, как бы, можно дальше тупить. Вот, и сейчас вот ему нужно делать килл в толпе. Тогда их будет четверо. Крабик, конечно, какой-то потрясающий геймплей показывает. Но... Крабик при мне убивает Рамон, что я могу еще сделать? Ну, я не видел, что там было. Был ли килл в толпе? Крабик? Вы же разговаривать не хотите. Ну, у меня больше нет других. Ну, как бы, я просто увидел, типа, мы бежим втроем и просто килл. То есть, серьезно, Мэдленами не сделал квесты? Мэдленами? Я в шоке. Просто жесть! Мэдэнами вообще, ты чего? Как Мэдэнами вообще? Почему, если на увидеть факера во время даблкилла, я вообще не понял. Голосовали в меня и в факера, а в итоге умерла я. Бля. Интересно, потому что меня Мэдэнами попросил. Наверное, Крабик. Так Крабик меня голосовал. Так Мэдэнами еще квесты не сделал, чуваки. Если бы Крабика вообще подозрений не было. Могу сделать квесты, потому что я стою изначально на свету, первый раунд. Так, ребят, сейчас стойду. Нет, подождите, вопрос, а кто в Мэдэнами проголосовал? Я тоже не сделал, со мной никто не хотел. Я сам себя проголосовал. А-а-а, вот ночью. Блин, ну я такого мува не ожидал, конечно. Ты специально проголосовал, что ли? Ну, не факера, в Крабика, чё за бред? В смысле? Понимаешь как, у меня в PMP два килла происходят примерно одновременно. Они вообще не одновременно, там секунды. Вообще ни разу, да, там разница огромная была. А не странно, что реально и в меня, и в факера подозрения были, а ты выгоняешь Крабика? Кстати, я в начале игры сказал, но благо Рамона сама это не вспомнила, хотя ладно, забить. Так, Рамон, нет, я сказал... Я пиздец сгорел. Мне на даблкилле нас с Тимофеем видят. Не было даблкилла, успокойся, Крабик. Ну я краснею Тимофея и Пупу, и их обоих убивают, и, блядь... А краснею Рамону, причем по красной инфе... Юмля вейтинг хоста. Только сейчас пустила. Ну, хост не нажимай. Да расслабьтесь. Я думала, я просто одна вещу. Я теперь знаки вопроса. Я в самом начале вообще убил, и через секунд 15-20 убил Кекса, наверное, Гитман. Ну, то есть... Ага. Зайди, Настя, кто? И кто вот синенький? Синенький кто? Синенький никнейм, это я. Да, у вас никнейм забагался. А, блин, ну для этого честно говоря, ребят, ну делайте саные квесты, ну невозможно, ну как, ну... Да я бы делал квесты... Да у меня миллиард квестов был, у меня жопа сгорела, когда меня дефают, а потом мне голосуют прямо. А, у вас у всех были квесты? Да, у меня были квесты, но все ходили, уходили, я знала, что меня убьют. Вообще не бегал. Да что факер проголосовал меня, это правильно было, это было правильно. Я сказал, у меня жопа сгорела, потому что ты меня на первом раунде дефаешь с Тимофеем, Тимофей дефает. Я дефаю и факер.
хакера дефую на первом раунде, чтобы ты понимал. Какая разница, ребят, у вас инфа про даблкил, которого не существует. Вы думаете, что это даблкил, но это, блядь, не даблкил просто. По факту, ты за мной хотел... Я вообще не понимаю, с чего люди... Да, так получилось, что килы были просто рядом через стенку, и поэтому подумали, что я все равно тупо захотел на этот стол. Инфа, что ты ушел. Это... Что-то забыл, что хотел сказать, ладно, нормально. А сыграем пару каток потом на той карте? На второй. На той, на какой? Блядь, брат. Так, почти не задержку, сейчас будет. То, что Мэйден и себя проголосовал, это непредсказуемый мув абсолютно. И он абсолютно нелогичный. Поэтому нет. Факер все сделал правильно. Я бы точно так же проголосовал факера в такой ситуации. Ты секунду голоснуть, так мы сразу. А как Гитмана все подозревали, так и не кикли, да, он троих порезал. Че вы его не кикаете? Я Гитман сразу говорю, молчи. Мы все сказали, что кто где был. 8 человек, чего вы сказали? Так они тоже не спрашивают, что я должен встревать в разговор. Ну, действительно, ой, действительно. Так нет, вы такие претензии, Гетман не разговаривает вообще-то, и когда он мирный с чаще. Да, конечно. Да нет, суть не в этом. Я говорю по делу. Мы подозревали и голосовали в него. Ну, член и член, чё теперь чат? Ух ты. Так. Тимофей с Мэденами забегал. Бля, так... Нет, со мной подошёл Мэденами на ракету, подошёл ещё кто-то третий, я не увидел, кто. Хороший этот. Короче, ладно. Пусть Кирилл скажет, ребят, может быть, ребят, нет? Мне... Пусть Кирилл, может, скажет, который телепорт. Да а? нет, вы что, ребят? Агроном при мне убил Рамону в следующем. Как ты мог такое наблюдать в темноте? Я, например, не видела ни тебя, ни Рамону. А я видел и Рамону, и тебя. Ну, вот интересный у тебя обзор. Ну, короче, раз уж меня, возможно, подозревают, то расскажу. Сначала я видела последними Рамону и Пупу ближе к ключам, вот к выходу на этом самый... К выходу, короче, где мы все появляемся. Они там потупили, потом выключился свет, я пошла его чинить, и... Нет, не видел Зогда, не очень интересно. Пупа говорит, что это была я. Да, только вот она не учла, что пробегая обратно мимо меня, типа синюю модельку тяжело как бы, ну, пропустить, понимаете? Я сделал, естественно, стрейф назад. Смотрите, идея в чем. Ребята, сразу же, на всякий случай. Рамона при мне убила... Ой, агроном при мне убила Рамону. Так, следующий, двигаемся дальше. Мы с Рамоной стоим, моделька в модельечку. Я думаю такой, ну я типа влево, типа идем цвет чинит. Иду влево, чуть стремительней. Мимо меня пробегает агроном. Я, естественно, мансую назад чекнуть. А что там произошло? Окей, но есть только еще один вариант. Да, и репорт тут же, мне же так нравится. Есть еще один вариант, смотри, просто есть еще один вариант. Нас там было трое, ты такой, агроном-то я переболтаю вообще на изи. Поэтому сейчас свалю все на нее. Я говорю, я знаю, что они там были, но я не возвращалась назад. Я шла чинить как раз таки, я не возвращалась. Ребят, просто ее прирезал, потому что он знал, что я рядом, я не буду отрицать, что я рядом. Типа, я не отрицаю, потому что я там была. Блин, вот такой, похоже ли это на кекса, да, резануть, тут же селф-репортнуть, и вот, ну, причем на агроном. Похоже. Да, я бы по разноцвету увел бы. Окей, я не против, но не забудьте про пупу. Я кнопку жать не буду, я считаю, что тут вообще никакого пупа нет. Но если хотите, кто-то нажмите. Но могу нажать. В углу буду стоять. Да, блять! Что так долго не включался? Ну, потому что мы с Гитманом тыкались в одну и ту же кнопку, судя по всему. А с кем Мэденами еще стоял на антенке? Смотрите, я объясняю, почему это произошло.
Локация была следующая. На выходе из первой румы, чуть правее, ящик. Ну, если представить, чуть-чуть справа бока от ящика топливная, а чуть дальше антенки. И кто-то сказал, что в начале раунда видел на антенках меденами. Объясняю, почему агроном в итоге так убило. Потому что она подбегает, видит, что там меденами, они делают даблкильчик, но при этом, я, естественно, мансану назад и проверю. Кто-то сказал из вас инфу, с кем было меденами на антенках. Это Гитман сказал, сейчас объясню. Короче, Гитман самый первый пробежал направо в лабу. Я остался на ракете. Не на антенке, а на ракете. И ко мне забежал меденами. И когда я туда убегал, вместе с меденами был еще кто-то, но я не могу вспомнить, кто. Вот, поэтому, как бы, можете думать, что хотите. Я полностью окрасил, потому что он убежал в пешку. Погоди, вы стояли на ракете? Да, на ракете. И ты ушел, а он там остался? С кем-то он там остался. Я не видел. То есть он настолько 2-хед, что он, типа, ракету делал настолько долго? Я не знаю, нет. Ну, ракета типа... очень быстро делает. Ребят, давайте так, извините, что я кнопку еще нажал, то, что немного больше я... Давайте, чтобы не было в последнюю секунду голоса в меня, чуваки. Ну, камон. Чё, какие вопросы? Да чё успокойся, вам Кекс. Всё, скип. Чё, всё, давайте одного мафа бахнем. Еще скажу, знаете что, я бы сомневался, что это агроном, если бы она оправдывалась. Но она сказала, что она не возвращалась назад, она точно. Да, да, у нее вообще она жирно оправдывалась там запить. Да почему я-то, чат? Хуя ли я-то, блядь? Вы чё, ебанулись, что ли? Вот я поставлю, вот сколько валит времени, прежде чем не подойдут чекнуть, здесь я или нет. Это смешно было. Минус фиолетовый. Ну, допустим. Так, труп находится на антенке, прям перед выходом с базы. Вот, типа, лежит антенка. Факер, ты откуда пришел на починку электричества? Из связи. Ну, у меня не было кнопки репорт, если ты спрашиваешь про это. Ну, ты параллельно с кем-то бежал? Нет. Тогда. Если возле антенки или возле канистр? Ну, прям возле антенки. Типа, не внутри канистра, а типа вот прям на антенке лежит. Ну, просто там есть винты, если ты, ну, типа, помнишь? Не, но не внутри. Я могу сказать после вас, что я видел. Ну, давай. Давайте, короче, слева, значит, видел. Постоянно на камерах видел, как крабик слева бегает, да, потом пришел факер налево, и всегда был там Тимофей, то есть три человека слева. Гитмана я заметил на пульсах, когда я пришел посмотреть, умер ли кто-то. Гитман не мог кто убить, точно, красный, 100%. Угу. И Пупа, и Пупа, я думаю, ходили вместе, так? Было дело. Пупа, вот. Пупа были вместе, да. Все, получается, либо крабик, либо гномон, вообще больше никто не может быть. Не мог Гитман так быстро переместиться и убить, нет. У нас один из двух мафа. Так, нет, я был возле Гитмана. Я видел, мы с тобой разминулись, типа, в коридоре. А, подождите, стойте, по пульсам, то есть в конце килл был? 5-7 секунд. Да, килл. Да. Где-то в районе 5, да, в районе 5 секунд. Все, я, тогда... Либо крабик, либо гономонов. Все, больше никто не будет. У вас дуэли, ребят, начинайте.
Так, я сдаюсь, это был я. Не, на самом деле это был я, поэтому я сдаюсь. Блин, на самом деле жалко, что... Блин, мы прикол... Ну ладно. А в кого голосуем? То есть я буду 3 на 3? В крабику. В пупу. В одну из пуп. Пупа? Максим, тебе в пупу, блин. Так, меня проголосовали двое, это два мафа. Крабик маф. А это Настюх, я мешаю тебе, свет бегу, ты убивай. Ну, я думаю, меня бы кекс зарезал, да? Так, ну это не та ситуация, где бы я хотел жопу ставить, но если пуп и пупа ходили вместе всегда, то это точно факер. Чувак, я еще в прошлый раунд признался, я не знаю, что да? происходит. А, ну бля, а что тогда не нажимали кнопку, блин? Не, а почему крабик признался? Вот в чем вопрос. Да я не знаю, но типа вы когда все показания сказали, все окраснели, я понял, что мне нет смысла, ну типа, а что я дальше-то сделаю? Я надо жопу ставить. Чё мне могла бы быть запасная она, а то ты любишь посрать и не из той жопы, так сказать. Настя, ну мы нашли спотики. Да, да. Это моделька в модельку где-то стоит. Тимофей сидит и такой, как бы, ну... Я не помню, с кем был моденом. Я думаю, ну отлично, не помнишь, значит не помнишь. Да я реально не увидел. То есть для меня моделька моденами была поверх прям. Просто поверх. Тебе кого-то не хватает. Блин, что вот я пытаюсь понять у чата. Вот, а Рамон? Что они мне сейчас в знаке вопроса пишут. А что я в этой ситуации могу... Кого я могу переиграть? Ничего, нет. Да не буду я клип смотреть. Я поэтому сказал, что там 5 людей, и мы с тобой вдвоем. У меня нет деликов сегодня. Да, типа, не... Если бы еще не было одного кого-то, я бы мог, типа, продавить, что это было в винтах, там человек... Кого одного нет? Ага, Рамона. Чат всегда все умеет, все за... И не так уж и жижно было, кстати, очень даже обидно, но я ничего, я помогу. Жижа жесткая была, жижа. Ясно. Токсики. Блин, мне казалось, что возле тебя кто-то был, Маш. Ну ладно, ну ничего страшного, все нормально. Я, возможно, слишком агрессивно был. Угу. Нашла возле склада тело пупы. Вот, мне кажется, это был... Подожди, но пуп жива же. Килл... Ха-ха, это же шутка про Ники! Это случилось! Пупа убил пупу. Жесть. Не, на самом деле я просто разошлась с Кириллом. Не стали мы, короче, модель как модельку вставать, пробовать. А, и пошла делать квесты. Не могу ничего сказать, типа, по местам, где дело, еще не успела дойти, потому что был репорт. Все. Крабмон, а ты никого не видела? Я видела только розовенькую. Желтенькую. Но я туда убежала. Он остался в самом начале. Я подождала его. Она... Мы побежали вниз, подождите. Да, и. Пока он забежал в этот... Да давай. В склад. Я побежала вниз, выключился свет. Я решила побежать, наверное, свет. И там лежит труп, где я последний раз... Да как пупа-пупа всегда вместе. Смотрите, сходят. Чего бы они разошлись-то? Пока Настя... Вот знаете, что я успел сделать? Я успел перекачать данные и убить 20 метеоритов за это время. Ну потому что мы в начале стояли, тупили, мы смотрели... Кого? Так а труп-то свежий? Начали. Да, я отбежала только...
выключился свет, и все, и там труп через... Ну, с того момента, как мы разъединились, прошло, наверное, секунд... Не, у меня вопрос. Настя, а ты оба квеста успела наверху сделать, там, и с ключами, и с этим? С ключом, и все, я больше не делала, я смотрела, Лёгкий бай, лёгкий бай. Было близко. Ребята, это некрасиво. Настя, ну тренировки пропускать нельзя, ну ты, ну, серьёзно. Какой квест с ключом? Я же... Скрипел. Чё? Нету там никакого квеста с ключом. Там же повернуть ключ надо, нет? Не-не-не. Он либо у всех, либо ни у кого. У Насти был, так что... Не, нормально, нормально. Это школа жизни. Ну, блин, я так не играю, такие вопросы. Теперь ты умеешь. Я вообще думала, кекс... Мне так, ладно, а чё кекс разговаривает? Второй маф еще не сдался, блин, пока. Блин, кстати, да. А второй маф... Сеанс случился или что? Тимофей, ты проголосуешь? Ой! Факер! Затопил Настю. Второй маф. Что-то сейчас было с факером такое. Рамон. Ой. Вот бы режим рации, да, чуваки? Изобрели бы в Дискорде. Было бы круто. Даже, наверное, слишком круто, чтобы быть правдой. Ну, у меня геймпад здесь лежит, DualShock, он мне мешал руку вправо сдвинуть. И снова это факер, да? Интересно. Так. Кто-то был на пульсах? Да, я пошла искать зеленого и не нашла, не успела. Так, давний хорошо. Труп? Нет, труп недавний, на втором саботаже был, ну вот на последнем. Короче, вот что могу сказать. Последний раз видел Мэденами в левой нижней части. Он вокруг меня покрутился, он шел, короче, сверху, с электричества, покрутился вокруг меня, я в нижней был. Он пошел вниз на улицу, я пошел наверх. После этого случился саботаж. Так, у меня вопрос к факеру, где труп? Смотрите, а ты где? Нет, скажи, где труп, и я скажу, у кого краснить. Я был на столе. Ты был на столе, хорошо. Ну, труп между оружейкой и связью просто на улице. А связь-то где? Это... Ну, короче, это оружейка, смотрите. А выше связь сразу. Выше связь, ниже оружейка. Где-то слева, да? Где-то слева. Все понял. Короче, смотрите, окрасняется сразу трое, которые сейчас в мидбэй находятся. Я стоял за столом, и окрасняется агроном, который стоял на пульсах. Меня в мидбэе не было. Трое в мидбэе, я не сказал, что... Трое в мидбэе только что были, я стоял на столе. Так что там никого не было? Я был в мидбэе. Мы с Крабиком заходили. Краби, Гитман и еще кто-то один был в мидбэе. Нет. Больше там никого не было. Кто-то был в винтах мидбэе. Нет, окей, смотри. Я заходил мельком в мидбэй, но я не успел прям до него дойти, если что. Ну окей, где-то 2-3, но все равно прыгала иконка до 3. Точно было 3, я помню.
Так, смотрите, может, ситуация следующая. Гитман и Рамона были на левой руке, поэтому они не могли. Крабик был на правой руке, поэтому... Я вообще-то левую руку в последний раз. Тимофей был налево, я прибежала, и потом за мной Гитман прибежал. А у меня вопрос, на первом саботаже, вот на левую руку кто нажимал? Я нажимал. Или стоп. Я правую нажимал, правую. Ой, мы очень долго... А вы когда на левую пришли... Короче, я вот что скажу, на левой кнопке долго никого не было, саботаж, там вообще никого. Я прибежал, нажал, а за мной уже прибежали крабик и все. Да, я пришел снизу, я все ворота открыл, и типа когда последние ворота открыл, типа Тимофей и Рамона были еще. Да, мы три года стали на правой руке, я потом оставил факера, побежал на левую, и все вы тогда тоже прибежали. О, блин, кто ж из вас маф-то? Признавайтесь. Мне кажется, ты путь доктор. У меня на факера больше всего подозрений было. Было, пока не... Я просто... Ладно, забейте. Неважно. Ой, блин, ну самый душнявый квест. Я полагаю, это гудок. Нет, не гудок. Где же тогда гудок? Но камеры не работают. А теперь работают. Ну ладно. Давай, крабик, ты справишься. Гудок. Но он был на камерах. Ничего не случилось. Скажите, в смысле, ничего не случилось, мертвый гудок. Ну, а так, да, лол, конечно. Да. У кого сколько квестов осталось? У меня два еще. Последний. У меня три, наверное. Мне, по-моему, один, в книжке один остался, один. И все. Так, смотрите. Сейчас прибегали. Блин, сложно из-за того, что коммуникационный модуль был отключен. Кто его включал? Тимофей. Я пытался все полчаса его включить. Короче, были. Я подумал, я его включил, там Рамона. Я, Рамона и Крабик последними были на модуле. Рамона пошла вниз, мы с Крабиком пошли направо, потом Крабик пошел наверх. Да, я наверх, потом решил пойти на пульсы. А где и пришел, там стоял Тимофей. Я встал на пульсы. То есть, короче, я вот что могу сказать. Когда первый раз я пришел на пульсы, с них уходила Рамона, и гудок уже был мертв. Гудок очень банк. Откуда бежал Крабик к вам на этот, на починку связи? Я хуй знает. Снизу с кислорода. Снизу? Да, снизу с кислорода. Ну, смотрите, труп на камерах. Вот, гудок. Я просто последний раз его видел там. Поэтому, когда увидел после починки модуля, что есть труп гудка, я подумал, что это, скорее всего, на камерах. Я вот, вот небольшое замечание. Можно сказать, когда первый раз починили свет, там был я, гудок и агроном, насколько я помню. Я выбегаю, встречаю тебя, факер, а потом встречаю крабика. Он самый последний прибежал к зданию света. Если что.
То есть последовательность такая была. То есть там уже в здании были гудок, и агроном, и я. Да, я починила, потом вы пришли. Когда делал кислород, я пробегал мимо агроном. Типа она была на кольце, но она, по-моему, пришла с нами на Блин, связь. Я очень хочу в крабик проголосовать, если честно. Ну нету никаких оснований, мне кажется. А факера кто-то может окраснить? По первому раунду я был сверху справа. Факера нет, не знаю, кто окрасняет факера. Факера окрасняю я. Каким образом? Гид, я спросил твоего второго мафа. Фак, я не тебя спросил, имей уважение, пожалуйста. Окрасняю, потому что мы с ним очень часто бегали вместе, поодиночке он бы меня давно убил. Мы были одни вообще очень много раз. Извини, пожалуйста, гид, я больше не буду. Я не знаю, меня почему-то вот мне моя интуиция подсказывает, что это факер. Так, все, я свободен. Двое в лобби. По-моему, меня идут сейчас резать, да? Нет? Кто вот это? Стоп, был же килл. Нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, все. Нормально. Граном. Так, если бы их было двое, мы бы уже сейчас проиграли. Какая-то ситуация произошла слева, судя по всему. Рамон, зачем ты это сделал? Тимофей, вообще-то это сделал ты. Ну, вообще-то это крабик сделал. Я видел, да. Голосуем крабик. Да. Я вам еще в прошлом раунде предлагал проголосовать в крабик, я не понимаю, почему. Ну, блин, не было просто никаких причин. Вообще, в смысле, без причины, он последний раз, ты сам сказал, что это, я крабика тоже видел последний раз. Нет, с гудком там на топе. Ну, последний оттуда прибежал агроном, если что, она просто не заглянула в камеру. Понял. Бывает. Я на Тимофея какое-то время думала. Да, ну вы и скоты, конечно, когда человеку, который первый раз на этой карте, вот этот вопрос проключили. Так в смысле, вообще ты все через ну, это. Да, через это прошли муху, все практически. Бля, крабик, да не, ладно, там. Это крабик, ты сейчас чисто обиделся, честно говоря. Не, ну мне просто обидно за человека. Да не знаю, нормально, это ладно, вопрос. Обидно, что ты проебал. Не, ну мне бы было обидно, если бы там ни с того ни с сего, но на самом деле там, ну блин, она убила меня через секунду после того, как работала. Ну зато это самый лучший урок сейчас точно запомнит, потому что иначе можно было и забыть. Люди так, а я не понимаю, я в лобби вообще или нет, у меня черный экран просто. Меня поймали. У меня такое было уже. Покер, тебя нет. Настя, ты тут? Да, да. Смотри, меня также поймали недавно, только на топливе. Смотри, топливо на этой карте заполняется сначала правое, потом левое, а на первой карте сначала верхнее, потом нижнее. На первой я запомнила. А про ключ ты поняла? Очень жестко. Поняла. Поняла, да, типа смотри, когда начинается катка за злого чувака, типа открываешь карту и смотришь, сразу если смотри. У тебя квест, типа на ключ, да, правый. Если его нет. У всех есть ключ и еще что? Только ключ, только ключ. Он. А карта же тоже. Ну, да ну ё-моё. Карту я не знаю. Хорошо. Их.
А, да, пока что-то. Так, минус один. Это минус гудок. Гудка обычно вот здесь должны убивать, нет? Значит, на камерах. Ага, минус два уже. Ну, ждем пока. Ждем. Там кулдауны идут. А на починку электричества кто в конце пришел? Я. Короче, тут труп валяется прямо перед дверью. Перед правой дверью? Нет, перед центральной. Вот. Камера? Ну, не, нигде камера. Между камерой и электричеством снизу валяется труп. Блин, ну я уже там пробежала в сторону камеры. Камера и кто-то сзади оставался. Какой я труп нашел? По-моему, коричневый. Но я сейчас не уверен. Я просто... Ну, по-моему, коричневый. Если я правильно понял, где фиолетовый труп... был зарепорчен, если что. Ну, фиолетовый. Окей, смотрите, труп находится вот прямо под электричеством. Я сделал буквально шаг от электричества вниз, у меня появилась кнопка репорта. Рамона сейчас тоже со мной хотела пойти, но она стояла с нами на камере. Подожди, я запутался. Под электричеством, это имеется в виду... На улице? За решеткой. Нет, смотрите. На улице или в здании? В здании, внутри здания, между кислородом и электричеством. Так понятно? Коридор вот этот. А, ну вот так и сказал. Вообще было непонятно, теперь более-менее. Вот, теперь понятно. Я туда только крабика видел уходя. Так мы же все сейчас только что мимо. Мы сейчас пошли, Рамона сначала пошла со мной, сделала шаг вверх после меня, и я типа зарепортил в этот момент труп. Инфа с пульсов. Фиолетовый сдох, ну где-то... секунд 5 максимум назад, гудок сдох, ну, гораздо раньше, типа секунд 10 назад. Плюс-минус, вот это так значит, вот. Это значит, этот кто-то, кто пришел вопрос... в электричество в конце, это прям вот произошло. Кекса, у меня вопрос, а у вас скрипел ключ сейчас? Да-да, что-то очень долго скрипело. У меня тоже долго скрипело, я думал, вот не одни ли мы такие? Да-да. Я проворачивал очень долго его, короче, понял, что-то не провернулся. Угу. Ну, с Кейком мы первые зашли, вроде, что-нибудь свет. Я вроде там Пупа был, мне кажется. Только я путаю Пупу. Я в темноте бежал, ну там уже подняли свет, я забежал. Короче, я видел, перед выключением света я видел Пуп в лабе справа, если что. Да. Я думаю, это крабик убил. Типа, его кто-то видел через левую часть бегущего? Ну тогда это Маденами. Потому что Маденами я остался на камерах последний, нет, когда я вышел краснею. И пошел чинить свет. Ребят, я краснею Маденами, мы с ним весь раунд были. Во время электричества он от тебя отходил? Нет. Нет. Мы моделька в модельку были. Странно, что они тогда так пассивно играют, обычно всякие Мэйденами и кексы начинают сразу там вычислять, типа, кто это мог сделать, кто это не мог сделать, и вот это вот все. А тут что-то, понимаешь, ну, как-то ничего у них. Та-т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 а
Зашла только в эти дверки, которые ведут из здания в кишку. Сейчас послушаю. Нашла там трупак Тимофея. Через что заходила? Через низ? Через что? Нет, через верх. Я постояла на пульсах, постояла там с розовенькой, с пупой. Остальные разошлись. Что-то, ну, киллофу не могло быть так быстро вроде, поэтому я решила на пульсах не ждать. Пошла типа вниз, и Тимофея там нашла. Вниз или вверх ты пошла? Вниз! Ну кишка начинается. От пульсов в кишку, да? Да, от пульсов в кишку пошла. Ну, получается, убили, если ты не врешь, то убили прямо перед тобой его. Ну, значит, успел ускакать. Потому что я подошел сейчас к пульсам, был труп, я побежал и успел добежать до главного коридора между офисами и интерактивной картой. Ты репортишь и говоришь, что ты выбегала и не было. То есть, соответственно, где-то 10 я секунд. Говорю, смотри, я зашла в дверку, которая понял, пульсы, я типа я не выбегала куда-то еще. Типа зашла и нашла труп, сразу репорт. У меня... Дайте, пожалуйста, я скажу, и выгоним агроном сразу, да, и продолжим. Я хотела у тебя спросить. Да, я подошел к двери, вижу там труп желтый, подбегаю к нему, замечаю там агроном, закрывается дверь и идет селф-репорт. Все.
Мэдэн и с Рамоном меня видели. Труп свежий, типа. Ну, я уж не знаю, сколько он... Okay. Ну, да, судя по всему, свежий, да. Мы с Мэдэнами забежали в понижней кишке. Он спрашивал, не сверх. Мы забегаем с Рамоной в нижнюю кишку, нам бежит навстречу Гитман, он нас видит, мы там стоим, делаем квестики, он бежит влево и репорт. Она говорит, что в левом низу убили. То есть это либо буквально вот мы с Рамоной убили, либо... кто-то... Почему? Подожди, Гит, ты видел момент убийства или нет? Момент убийства нет, но видел, как она стоит на трупе и ждет, пока двери у нее откроются. Ждала, но... даже если... Да я не стояла, я подошла и сразу репорт нажала. Если бы мы были два мафа, Рамона и я, то мы бы, наверное, убили Гита. Это да, он не зарепортил труп. Ну, а еще Гит не убил бы вас, потому что вы стоите там вдвоем, если что. А убил бы кого-то другого, но ты его не видела, правильно? Ну, не знаю, я типа репорты сразу нажала. Может, он там сбоку стоял. Вот как только я ее видел, так сразу репорт произошел. Хоть бы на меня погнала, я не знаю, там хоть прознацвету бы типа вывели бы. Ну, пойдемте посмотрим. Она, наверное, думала, может быть, что я из-за радиуса ее не увидел. Такое я могу понять, да. И надеялась, типа, что... Хотя нет, это странно. Да. Просто для здоровья. Скип. Как здоровье прибавилось? Ну, прибавилось уверенности, что мы агроном правильно кикнули. Очень сильно, потому что очевидно, что... У нас пульс есть. Ну, понятно, пульс есть. Только ты там передо мной бегаешь, я ж не знаю, кто испугался, ты. Испугался, короче, ладно, я понял. Подожди, а чем мы крабика тогда или пупу не кидаем? Не кикаем, если мы... Эй, какую пупу? Не, ну по всему получается. Так, пойдем сюда, сделаем квесты и станем тогда на эту камеру. Будем камераменом. Ладно, не будем камераменом. Камерамен. Давайте, чуваки, вы должны переделать песню Ocean Man под камерами. Хотя ладно, хуйню какую-то несу, ладно. Сидите, чилите лучше. Да хватит, блядь. Так, и это был... А кто это был-то, прости? Так, у нас сколько сейчас скиллов? Два, получается. Точно. Ну, у меня есть инфа, кто это. Я сейчас видела... Да у меня тоже есть.
Я видела краешек модельки крабика, когда он за ней побежал. Где я не бегал вообще рядом с Розой? А ты где? В я в жестком тильте, потому что мы в первом раунде, просто не слушайте мою инфу, когда я говорю, что электричество вырубается, и труп находится рядом с электричеством вообще. Потому что я первый починил электричество, первый пошел. Ну ты же сейчас справа так, был, сам... правильно говорю? Да, я нажал единственную правую кнопку. У нас точно сейчас... Ну, так, подожди, а стоп, а где труп нашли? Гип, ты серьезно, блин? Ты прям по нему пробежал, чувак. А ты, откуда, а ты откуда прошел? Мне навстречу до этого. Чувак, неохота про квест спрашивать, но смотри. Ты приходишь на тот же квест, что и я, заполнять бутылку Пепси, да? Чтобы потом ее принести в офис. Я тебя там не видел. Ну ладно, окей. Но при этом ты ее не несешь в офис, пробегаешь мимо. Как это вообще так? У меня только один вопрос к крабику. Ты же сейчас в правую сторону бежал. Я нажал единственный правую кнопку. Ну так, а потом ты куда побежал? Потом побежал. Нам сейчас... Ну, куда я побежал? Не знаю, я... Вниз. Куда вниз? Вниз? Блять, от этого, от этой руки вниз, ну, влево. И куда? А мы долго так будем, ребят, время кончается? Я не знаю, просто не говорит, куда он побежал, я видела его модельку, ребят, ну типа. Ну мы, конечно, можем сейчас типа забить хуй доделать квесты, там осталось всего ничего. Кит, а как ты труп не заметил? Я заметил труп, я заметил, я просто проверил, сколько сдохло народу, я видел, что ты бежишь оттуда. Нет, ты говоришь, где труп зарепортили, мы прям по нему пробежали вдвоем. Ты, я пробежал, ты пробежал за меня. Я пробежал один. Он да забейте, это не Гит, это крабик. Я знаю, где труп, я его видел. Тогда, окей. Ребята, это крабик, я сейчас вниз бежал, ее там не было. Оправдал, окей, типа, я единственный был на правой кнопке. Не надо сейчас никого выгонять, не надо никого выгонять. Те, кто просто не был на кнопке. Скип тогда, два сни. Да, блин. Ну, он единственный выбегает из здания, и в здании труп. Допустим. Хвост? Хехо! Крабик? Сраная дверь зажала. Ну, просто надо в таких ситуациях кикать. До квестов доводить. Ну, такой вопрос. Да. Вот эти ладошки врубать, да? Как их врубать? Я вот что-то смотрела на карту взаимопоставления, не поняла, какая из них врубается. Вот, вот, это... Одна левую должен нажать, другой правую. Значок радиации, короче. Да. Значок радиации. Сверху справа. Там, где лапа. А, да, да. Да, правее он просто находится. Жесть, агроном, короче, меня убил, застрял и не знаю, что делать. Я-то да думал, там винты план. Есть. У меня был план сразу свалить, и что-то я от Гитмана растерялась, меня дверь поймала. Я думаю, как на дверь-то свалить? Дверь виновата, а не я. На, вообще, просто так, на всякий случай напомню, что второй маф, который умер, желательно не нажимать, чтобы не мешать. Я никогда не жму, это не знаю. Еп! Но на этой карте можно сжать двери, они не дают КД. Еп, кок. Я так и не понял, кто тот последний килл оформил. Я был уверен, что это кекс. Ну да ладно. Это уже не принципиально.
Чел, блять! Готов назвать двух мафов. Давай. Смотрите, угадаю, крабик. Ой, в смысле, не крабик, а моделями угадаю, труп находится в районе офисов администрации. Нет. Нет. Не, в офисах я никаких трупов не видел. Вот и обосрался. Хотел назвать меня с Рамоной, но не получилось. Да, я увидела. Я увидела на пульсах. Потому что я с Рамоной бежал от пульсов все время. Это правда. Я ну я сейчас была последней на пульсах, там искать. Ноль трупов. Где труп? Где? Мидбэй левее телескопа. У телескопа, да. Я полностью окрасняю Рамону, она стояла на пульсах, я чуть позже к ней подошел из оружейки, когда делал метеорит, она уже к тому моменту побежала, я посмотрел, действительно, два трупа, побежал за ней, и все, мы всю левую часть да, ну, мы типа, искали труп. Вместе были. В конце встретили пуп, и мимо нас пупа еще пробегала. Я красную гитта. Тимофей про пуп что-нибудь скажет? А, подождите, трупы сколько трупам? Короче, я про пуп вот что могу сказать. Я первый квест сделал, это заливал двигатели, пуп за мной зашла в этот, как его, в комнату, там, где заливать канистру надо. Но я не видел, чтобы она оттуда выходила, честно говоря. Вообще-то я оттуда выходила, я заходила... Ну, я не видел, я не видел. Вот что я могу сказать. Ребят, про труп свежий, не свежий? Я не знаю, потому что я прибежала, уже было два трупа, и я побежала их искать. Это даблкил был прям? Я понятия не имею. Нет инфы. А давно ты подбежала и увидела два дохляка? Ну вот... Факер, сколько секунд назад мы ну, мы секунд 15 бегали, да, вообще искали труп. И уже не знаю, кто обосрался, но если хотите выгнать мафа, можно агроном вот стартануть и выгнать одного. Просто даже спрашивать не хочу, но все-таки спрошу, почему? А в конце игры. Ну просто, ну про обсер сказали, ребят, я же должен это потом. Просто в конце игры привет передам. Да. Что, мы голосуем, блин? Я скип. Не, я скипаю. В смысле, почему голосую? Я просто... Опа! Загрел кекс, загрел пупу. Ой, точнее, агроном. Пупа загрел агроном. Я в скип голосовала. Жесть, она на негативичах прямо. Просто что? Ну и дрянь же ты. Блин, раз дай досканю! Фух. Она еще и свалила. Крысюка. Ну конечно, да, зачем меня находить? Ну да, пошел я нахер. Ну да. Блять.
Бля, они сейчас проиграют. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два килла и все. Ну, наконец-то. Ну, что тут можно сказать, короче. Бегал всю игру с Кексом, значит. Потом встретились с персонажем по имени Пуп. Бегали вместе. Начался саботаж. Мы вместе с Пуп остались, короче, на правой ручке. Кекс от нас отбежал. Побежал на левую ручку. Саботаж выключается. Я вижу, бежит Рамона. И я забегаю за Рамону к кнопке, там нахожу труп Кекса. Рамона, ваше оправдание в этот, так сказать, неловкий для вас час. Хотелось бы услышать какие-нибудь, да? Ну, блин, я даже не знаю. Одного килла не хватило им, получается. Ну, как говорится... Да. Агроном, вы смеете? Как вы думаете, у нас один или два мафа? Так вы не выгоняли никого. Я думаю, сейчас... Вы же никого не выгоняли! Он дурофлит или чё? А, ну был один. Блять. Это что это за... Минус два голова. Так. Пойду перекурю быстренько. Ну ты там скажешь что-нибудь, нет? Я хочу послушать вас. Пуф, ты где был? В кишке, в нижней. Так, играл ты был? Я шла сейчас чинить реактор. А, было это? В нижней части между оружейкой и самым левым зданием. Так. Понял. Ну и кто вы думаете, Марф? Ты где килл-то, можешь сказать? На пульсах. Просто посчитай, кто ближе, и все. И поехали. Так ты ближе. Значит, я. Но только это не я. Значит, агроном. Блин, кишка тоже рядом с Мэденами. Если это не ты, то просто подумай, куда идет выход из пульсов. Думаю, в кишку. Ну и все. Пуп, зачем ты убила? Я не хотел, но это агроном. Я, короче, шла сейчас единственное слева чинить саботаж. Типа, обратите внимание на агроном. А, вот. Бля, это просто самое грустное и унылое обсуждение было за все время, бля. Чё, Факиро, кто обосрался там, напомню. Да, агроном убила, а ты хотел сказать, какая двойка? А сколько у тебя хотя было? Да, я хотел. Сколько у тебя хотя было? Объясни, как ты по первому раунду меня спалил? А у тебя куда сказала? Я сейчас все выдавать буду, да? Ты сказала, что килла не было на пульсах, хотя мы перед этим с Факером сказали, что был килл. Я сказала, что ну ладно, Рамона меня провела. Она так активно бегала, искала труп, я подумал, ничего себе, блин. Кстати, я сказала, что... Стойте. Я сказала, что килла не было в комнатах на пульсах. Ну ты оговорилась, ты сказала, что... никто не подтвердил, что они там были, мы ж не знали. А кто там... Короче, типа Кек сказала, что килл на пульсах, а я думала, имеет в виду комнаты пульсы. Объясняю, я хотел сказать Факер агроном, потому что агроном стояла там, и Факер бежал оттуда, но я не видел Рамона. Если бы бежал Рамона, я бы сразу сказал, что два из них, потому что я не видел ее. Не надо было на левой лапке убивать, потому что все бегут чекать потом. Да я думала, у тебя тоже есть килл, а что ты меня не бросила, Рамона? Да я не успела, я вообще типа, я уже вперед отбежала, а она убила сзади, и я такая, блин. Ну, типа это был запланированный даблкилл, который не удался. Но вообще я имела в виду, типа килла не было. Потому что все идут чекать на левую лапку. Хорошо, прости, Рамона, мы могли уйти в дыру. Плохой даблкилл, когда 5 осталось. Поехали.
Блин. Черт. Побери. Так, надо моденами зарезать сразу. Отлично. Я диву даюсь, я понял, что Кект хотел подловить мафа. Ну, типа, он там ныкался за гаражом, там прятался, думал ворваться и спалить его с поличным. А маф отвел его на левый реактор и там зарезал. Кто же это мог быть? Кто это отвел? Ну так это, он побежал за ним, я... Типа, эй, Кекс, кто пойдем со мной. Ну давайте просто скажите, кто на левом реакторе, мы в него голоснем. Да, давайте. Левый реактор-то где? А все, слева, где руку прикладывать. А, так, а на пульсах кто-нибудь стоял? Я стою на пульсах. Я зачем в какой-то момент... к левому реактору? Короче, это может быть, типа, прикол, Пуп и Пупа пошли к левому реактору стоять моделька в модель. И все перепутали, да? Да, и все перепутали. Что-то подходит так. Нет, я была на вот этой последний раз, где... Я, короче, была снизу, увидела Рамону, она выполняла вот эти вот баллоны. Потом я выбежала, успела добежать до центра, где нужно выполнять этот лабиринт. И все, и потом репорт произошел. Я на камерах стоял, но я не видел момента, когда пробегали мимо этой двери. Я их щелкал, типа, сори, я проглядел. Я хотел сказать, что я заходил сейчас в лабу, и два человека оттуда выходили, по идее, по таймингам они не могли его убить. Это вроде гудок, нет? Ну нет, мы с тобой пересеклись, Крабик, Крабик, мы с тобой пересеклись в лабе. Ты с ракеты вроде как раз да, если не ошибаюсь. А ты уверен, что с ракеты, а не с левой части? Не знаю, мне показалось, что он из комнаты с ракетой. Так, все, осталось зарезать моденами. Ой, прошу прощения. Думаю, гудок один из мафов. А я думаю, Пуп. Стал зарезать мэйденами. Ну и факера, может, еще на закуску потом, но это не обязательно уже. Сегодня к факеру нет претензий. Блин, ну тут опасно было. Ладно, я типа окраснюсь. Так, хорошо. Еще минус один. О, моденами зарезали! Найс! Ну, я нашла труп моденами, но единственный, кто в правой части был со мной, это он был. Он уходил в кишку. Ну, факер следующий, сори. Но по квестам прям жестко уже. Я не пошла его чинить, решила проверить. А где именно трогал? Он был, когда дверь открываешь в эту в душ. Или что в предбаннике? В нижней или верхней? Нижний или верхний? Ну, короче, как бы из мидбэя этого выходишь, там открывает дверь. Сейчас вспоминаю, я стояла Я а он свежий внизу, труп? И открылась дверь, и я не успела увидеть, кто выходил из нижней кишки. На пульсах-то был кто-то свежий труп? Ну, он был на пульсах, да, он был секунд 6-7. Ну, тогда это не может быть крабик. Да, конкретно это убийство, это не гид и не агроном, потому что гид зашел на астероиды, я решил постоять, посчитать время, сколько он будет астероиды делать. Потом зашел агроном, вырубился свет, думаю, сейчас кто-то из них умрет. Стоял под дверью, захожу, они оба живы. Никто друг друга гид единственный, кто чинил цвет, поэтому... А кто был в этой кишке? Блин, ладно, факера нельзя резать. Я не была в кишке, я была сейчас внизу, и я видела перед... Я была на пульсах, побежала. Короче, надо резать хотя бы кого-то сейчас. Я видела, что дверь открывается, но...
И резать надо быстро. И гномона. Гномона вместе с Гитманом сейчас был на электричестве. Тогда Тимофей? Нет, агроном был с Гитманом. Гномона, Гит, ну скажи, что я тоже там был. Не, ну я не буду отрицать, я не обратил внимания. Сори, я вот что хочу сказать. Я заправлял двигатели, если что, все это время. Вот. Ой, жизнь как-то, ой, жизнь. Я стоял весь раунд на столе и могу сказать, что у вас сверху, где лежит труп, было три человека. Это был, соответственно, Настя, мертвый и кто-то из тех, кто убил. Из тех, кто убил, без альби, только я и Тимофей. Все. Ну, у нас, смотрите, крабик, агроном, Гитман выпадают. Получается, остается кто? Рамона, Пуп и Гномон. Рамона не может. Успокойся, я говорю, я на электро. Ну, тогда Пуп или... Ну, из вашей тройки... Пуп Тимофей, к Пупу Навфей. Возможно, кто-то мав. Бля, Сириус, Тимофей по приколу кинули или что? Нет, ну, типа, это либо Гудок, либо Тимофей. В чем? Удачи, ребята, удачи, удачи. Мне удачи. Кажется, кто-то из вашей тройки. Ну и как метель убивать? Так, а что тут за квесты? По-моему, вот это вот дресня. Так, ладно, окей, допустим. Ну, сори, Гудок. Типа, ну а что поделать? Не мы такие, жизнь такая. Кислороде есть все основания полагать, что это Гитман. Ну, блядь. Гитман сейчас со мной стоит на верхней ладошке. Ну, возможно, не убивает из-за кулдана, не знаю. Я расскажу, почему. Мы с Рамоной стояли в связи. Из нее вышел Гитман и пошел налево. Мы выходим в связи, врубается саботаж, и Гитман стоит под связью, чудо ждет. И он пришел как раз с левой части, где закрытая дверь, и за закрытой дверью лежит. Я в левую часть не заходил. А где ты был? Я антенну сверху делал, которая слева от связи. Ну а ты говоришь, Крабик, ты его слева видел? Один. Ну мы убегали налево. Я видел, как Гудок и Гит убегали действительно налево. Мне по моим... Ну тут, да, вряд ли получится. Добежал, убил Гудка, типа, и тэпнулся. Потому что потом закрыл дверь, типа, и вот как раз он пришел с антенки. Смотрите, что важно знать, киллу секунд 15. Ну, то есть реально, потому что, ну, я на пульсах стоял, килл реально, он был сделан, я еще побежал, думал, типа, жать кнопку или нет, решил не нажать, включился саботаж, думаю, вот проблема, если два мафа, ну, типа. Я просто только пошел вот немного налево, врубился саботаж, я как раз подумал, что меня гид пытается оттянуть или еще что-то там в духе, и до конца додавил, там действительно лежал. То есть у меня нет причин не верить себе, что это... Я уже сказал свою версию. Я вообще в левую часть не заходил. Тут вопрос... Смотрите, выгнали ли вы Тимофея правильно? Гудок разве не сказал, блядь, Тимофей 100% красный? А с чего? Нет, правильно? Ты еще может, сказал, еще, может, сказал и неправильно. Наоборот, не красный, а что либо Тимофей, да, либо все, Гудок. Окей, он сказал, мне показалось, что он наоборот сказал. Либо Настя, типа, но... Ну, а кто остальные, ну, это друг друга сейчас видели? Мне кажется, Настя нет. Я покраснила Крабика и Настю пока что. Да, мы с ней были на метеоритах, потом пошли в связи, поставили вдвоем. Ну, если сомневаетесь, побегайте со мной, если сомневаетесь. Я просто не знаю, вот если... Мы вывели Тимофея, правильно? Тимофей... Да я очень надеюсь, что мы правильно Тимофея выгнали. Ну, понятно, ясно. Ага. Ну, так бывает. Ну, я пытался. Ну, короче, кто-то опять не проголосовал. Кто-то забыл проголосовать. Но все было бы нормально. Но голоса не хватит. Я должен был сказать, что я видел трех, и это Настя не могла с саморекордом. Но это было бы супер глупо. То есть там третий с ним был какой-то киллер.
Тимофей, Тимофей. Я что-то совсем был плавный, мне показалось, просто ты гудок прям сказал, что типа. Не, не, он сказал, это либо я, либо Тимофей, типа, либо. Все остальные красивее друг друга. Ну было неплохо, на самом деле, пока Бугича не выгнали. Да, да. Старт. Только не маф. Хочу только бы маф. Только бы маф. Я бы порезать сейчас кого. Что она там так долго делает? Попалась. Ну ладно. Почему-то я так и думал. Найс. Ну все, факер следующий. Факер следующий. А где килл? Ты хотел уточнить, где три килла? Ну вот последний что-то. Откуда я знаю? Последний это, скорее всего, Мэденами. Первая умерла Рамона, вторая умерла Агроном. Агроном умерла в этом, в... Там, где наполнять бензин. Вот. Там двери были закрыты, я решил открыть, проверить на всякий случай. Во время первого килла его не совершал Гудок, потому что он был со мной на пульсах, когда умерла Рамона. И по таймингам, ну, скорее всего, не мог он и агроном убить. Хотя, не знаю, вот только первый килл он не мог сделать. Ребята... на администрации кто-нибудь стоял? Там два человека уходили направо, Мэденами и еще кто-то после собака. Смотрите, короче, направо уходили сперва я, там была Пуп, потом прибежал Гудок, Мэденами он зашел направо, а потом вышел, короче, из лабы. Вот, я могу сейчас полностью окраснить Пуп, потому что видел, как она стояла, сканировалась на мед-хуйне, и видел, что у меня была надпись «Waiting for Poop». Так, ребят, смотрите, дайте мне небольшое вступление. Смотрите, я считаю, что это крабик по множеству причин. Во-первых, я так сразу думал, во-вторых, у меня сейчас подтвердилась моя теория. Объясняю. Крабик выбегает слева из администрации, при этом я прохожу дальше, дверь в администрацию закрыта, то есть он, скорее всего, бежит с винта, а вент ведет именно в бензобак. Факер окраснил... Это хуйня, напомни, его не было же там. Не-не, наоборот, Пуп меня не окраснил. Тимофей окраснил Пуп, получается у нас Крабик, Гудок, Гитман. Один. Я не бежал слева, я посмотрел на пульс, забежал посмотреть, если тут труп, ты стоял там на администрации. А, отлично, он еще и не бежал слева, а он бежал слева, здорово. Я еще раз говорю, Кейк, я посмотрел на пульс, зашел внутрь к тебе и вышел обратно к пульсам. Крабик, вопрос... Маф, я голосую. Да вы ровно опять что ли на 7 человек голосовать? Ну, сейчас будет 2 килла, останется Крабик и то же самое. Ну, может быть. Да, блядь, ну как вы заебали, а? Так, ну кексы тогда водики следующие. Блядь, что такое, а? Я сегодня кекс-то, что с ним вообще? Что у него с головой-то сегодня? Ёбаный рот, а? Просто жесть какая-то. Смотрите, предлагаю тыкнуть пальцем в жопу. Вот. Можно мне? Если кто хочет, могу персонально, да, замутить. Можно.
Я не знаю, я могу, конечно, ошибиться с крабиком. По голосу не было похоже, что я ошибся. Но все складывается отлично. Он прыгнул, он убил Рамону, прыгнул из винта, вышел в... Смотрите, администрация, он выходит и бежит направо к пульсам. Но при этом дверь в администрацию, ребята, закрыта. Это правда, потому что Кирилл ее открывал передо мной прям, ну, то есть... А кто остается? Вот меня видел Тимофей. Смотрите, я вообще ничего не говорил. В прошлом раунде я сначала побежал направо, увидел там Настю, делающую квест. Только я не понял, почему Настя сразу не пошла просто подзорной трубы делать мед херню. Но ее потом окраснил Тимофей. То есть, ладно, я доверяю Насте Тимофею, потому что Тимофей я видел, я убегал в кишку. То есть, мне вообще даже близко. Да, я видел, было. Я подтверждаю это. То, что... Все, значит, я с Тимофеем, как бы, Настю я там особо не видел. Если он видел Настю, значит, мы втроем не могли сделать вообще килл. Ребят, смотрите, у нас, во-первых, ну, ваше окраснение, оно понятно, но оно не стопроцентное, да, потому что мы не знаем хронологии и геолокации, так сказать, киллов. Если вы мне сейчас верите, вы верите до конца игры, я, ну, я, да, могу ошибиться, я не говорю, что крабик стопроцентный. Ну, блин, да, эпатаж не жался, типа, чтобы что-то, нам сейчас зуб забрал. Да, и могу предложить, единственное, сделать красивую игру, выкинуть Гитмана сейчас. Думаешь, что это будет красиво? Кстати, я думаю, да, два подряд мафа после первого же раунда. Похоже, я, если гид маф, то я исключен из списка жертв первого раза. Ну, я могу ошибиться. Нет, с крабиком я больше уверен, я могу ошибиться, но я спидранил квест. Слушай, факер, Гитман не забывает, так сказать, мне кажется, поэтому... Слушай, да, Гитман, я вижу нон-стоп видосы, Гитман охотится за факеру. Сегодня он меня, когда мафом был, ну, типа, он меня не убил. Ну, заметьте, факер еще не умер, а Гитман жив, если он мафом, как бы должен был убить. Значит, нет, в прошлой игре он был мафом, и все равно я же дожил на до десерт, конца. На десерт, понял. А, понял. Что? Заебало просто. Ну что за бред нахуй? Он уже сегодня выгонял нас семерых, блядь, своим 2-хед-клэпом, блядь, и потом проигрывали игры из-за этого. Как это заебало просто, ужас. Он только что выбежал, желтый этот, желтая моделька. Я, короче, заходила на это дерево делать квест, даунлод, но там же не на весь экран этот даунлод. Короче, Гитмана было видно. Походу, все голосы. Потому что вы заебали на 7 человеках выгонять. Просто уже... Сегодня уже обжигались на этой хуйне. Вот по кексовым, блядь, показаниям выгнали там на 7 человеках и потом соснули. Одна из первых каток, когда ты меня выгнал. Это было на 7 людях, когда было 2 живых мафа. Да, это было так. Заебало уже, честное слово. Когда гудок горит 100% вижу факера. Не, другая, следующая. Да, а, нет, следующая, когда гудок, когда я был мафом, а гудок. Когда мы с Гитманом, короче, ходили вообще просто в зубы всю катку, и вы выкидываете. Да. В смысле? Мы... Алло, мы в разноцвет, потом мафа выкидываем, вы чё, рофлик? Кекс, похоже, супергений. Он было на шестерых игру, два мафа, что против него играть мафом просто невозможно. Да. Не было бы там никакого. Просто все хуйню делают и все, ну, ничего не читают, просто все делают хуйню какую-то. Это не был разноцвет, чувак, даже близко. Ты сделал полнейшую хуйню тогда. Сори, блядь, пригорело, потому что, блядь, ну просто невозможно. Сука, люди головой вообще, блядь, не думают. А, Кекс сказал, ну да, значит, надо так делать, ну да.
Так, только вопрос, Игорь, а ты вот налил в канистру и почему-то влево или побежал, мне показалось. У меня второй уже двигатель заливаю сейчас. А, второй уже, ладно. Так, смотрите, труп. Блин, тогда ты точно должен был видеть кнопку репорта. Труп вот... Ничего не видел. Труп выше, вот комната, где с канистрами, вот выше, между ней и, собственно, кораблем. Вот, типа, я вышел из этой комнаты, ну, типа, я вижу, гид пошел влево, я вышел, сделал шаг вверх, у меня кнопка репорта, агроном мертва, типа... Короче, я подтверждаю, я стоял на камерах, я видел гида стоящим, ну, плюс-минус в той области, где заливать канистру верхнюю, то есть он там был. Блин, просто странно, что он не увидел именно, ну, кнопку репорта. Ладно, тогда... Не, ну, там вижена не было на труп. То есть, вполне себе... Я просто не знаю, у нас на пульсах никого нету. Я так понимаю. То есть, инфы никто не может дать. Есть кто-то на пульсах или нет? Как давно... Нет. На меня, по крайней мере, это не было. Странная херня. Короче, у нас нет идей, получается. Ну, агроном прям под... А какие идеи? Не Гитман, так получается, или что ты говоришь, он типа... Ну, Мэдэнами сказал, что я похоже на... Мэдэнами сказал, что он агроном убил. Ну, короче, я говорю... Подожди, Мэдэнами на камеру сказал, что он убил агроном? Да. Все, мы ждем? Стоял на пульсах. Короче, успокойтесь, я говорю, я не буду прям гнать на Гитмана, потому что он реально мог не заметить, но так просто это немножко ничего. Странно, потому что траектория, ну, типа, нахождение трупа, оно достаточно близко вот к комнате, где этот бензин, и, типа, по-хорошему, вот я сделал один шаг вверх, у меня кнопка репорт загорелась. Ну, так... Так, нет, погоди, Мэдэнами говорит, что Гитман убил, да? Нет, Мэдэнами сказал, что он был в месте, где заливается бензин, именно по территориально очень похоже. Трупа, который нашел факер. Ничего себе. Понимаю. Мне кажется, тот случай, когда мафы решили втопить в Гитта, мне почему-то так кажется. Тимофей, самый репорт. Я только что выходил оттуда, там оставался факер в лабе. В Тимофей шел мне навстречу. Я после Гитмана зашел, как бы, а там труп факера. Причем свет выключен, и у меня просто загорелась кнопка. Ну, а что, легкий разноцвет или что? По разноцвету, да. Да, я готов разноцвету. Так нет, понятно, что... Макс. Яковое. Я вот это хотел спросить, в кого? Да, ладно, в любого, так в любого. Да, действительно, того же. Крабик. На этом где-то. Я не понимаю, почему мы Гитмана не выгнали. Он по первому раунду его заметили, по второму раунду его тоже заметили. Так, ну короче, я сейчас с крабиком просто на кнопке стоял. Я тоже хотел нажать. Короче, давайте меня по разноцвету с Гитманом, типа, я согласен.
А какой разноцвет? Вы главный гитмана, короче, гоните уже. Вы все в гитмана? Да. А в кого еще? Кто-нибудь, вы можете все остальные сказать вслух, чтобы делать сейчас? На семерых людях. Я, короче, кто-то остался на столе, хотел нажать очень кнопку, но был свет выключен, я единственная пошла. Ну, короче, это мы с крабиком остались на столе. А кто в кишке снизу был? Я. Ну ладно. Теперь Тимофей. Да? Да. Почему? Ну, блин, как-то по первому-второму раунду понятно, что было гипно, потому что мы все там видели. Не, ребят, я как бы, я сам себя сейчас затоплю, вы что хотите. Ну, гид, в принципе, сказал, что это был селф-репорт, поэтому тут по-любому уже выводить нужно. Ну, ладно. Так, ну это точно не пуп, это либо моденами, либо гудок. А, ну, моденами справа убегал, он человек возле. Смотрите, это труп давно, я просто чуть не сразу понял цвета. Смотрите, я иду, ну я точнее Настя конкретно разговариваю. Смотри, я иду в комнату связи, ну, в нашу главную базу. Оттуда выходит Рамона, за ней Моденами, за ней Гудок. Я добегаю до пульсов, Рамона уже в этот момент мертва.
Я добегаю до верха, нажимаю правую кнопку и потом понимаю, что этот цвет был цвет Рамоны. Спускаюсь вниз, где они все втроем выбегали, и она там лежит в комнате связи мертвая. В комнате связи это какая комната? Верхняя комната. Я видел Бля, внизу. Видел крабика влево внизу, но я в комнату с связью не заходил. Но они мне оба не нравятся. Я сразу скажу, почему я сразу выгнал Тимофея. Тимофей меня блочил под кнопкой и не шел на саботаж, при том, что он выгонял 100% черного гита. Он меня блочил, я отходил, он отходил от кнопки и так далее. Все, достаточно. Ты начале... по времени забрал. А мы ты на меня какие квесты делал? Какие? В этом раунде? Да, да, да. В этом раунде я сделал проводки и все. И побежал влево на реактор, наверх. Первый прибежал на кнопку, прибежал ты за мной. После того, как ты прибежал, я понял, типа, что ты красный, я думаю. А я побежал на правую руку. Плюс там еще пупа была. На правой руке был краби. Все. Не знаю, вот я видела... Вот гудка я не видела. Не знаю. В смысле? Мы с тобой кнопку нажали, ты че? Не-не-не, он был на левой кнопке. Он был на левой кнопке, но прибежал после меня. А кто-то крабика краснеет из вас? Крабика, я видела его, когда включала свет. Он там стоял вместе со мной. Короче. И все, потом я ушла. А, зачем голосовать на четверых? Ладно, сори, я что-то в карбиков топил. Просто я видел, Моден выбегал слева, я что-то не видел, чтобы он там был где-то в связи, и мы вместе с ним добежали до реактора. Ну, я не в твоей рейнже бежал, видимо. Не в моей рейнже, нет, но там... Я тебя краем видел прям совсем. Двое в крабика голоснули? Ну, видимо, я, короче, закрыл. Видимо, это модель номер второй. Сука, они опять на четверых голосуют. Бля, ёбаный рот, блядь, сука. Я не знаю, что с ними. Это про... У меня, блядь, слов нет. Ну, это, блядь, просто забейте. Хорошо. Да, гудок, что ты это... Короче, да, Никит, она еще пошла не так изначально. Да. Когда мы с тобой еще были живы, я на левую руку прибежал и надеялся, что вас там двое, короче, было. Угу. Вот, но увидел, что типа, ну не двое, а там еще два мирных помимо тебя. И я хотел, чтобы мы, типа, сделали сразу даблкил. Но так как там была Рамона, я решил ее оставить живых, потому что она бы тебя окраснила, что ты с ней был на левой кнопке. Блин, проблема в том, что я ни разу не сказал, что Гитман... Ну, я сказал, что Гитман странно, что не заметил труп, но я никогда не говорил, что он прям черный. Да проблема в том, что у нас уже вторую или третью группу подряд без обсуждения просто по шесть голосов вкидывается, хер знает. Да. Подожди, что ничего не говорит, не обсуждает. У нас был разноцвет, и ну, типа, кнопку надо было... Ну, у нас то есть разноцвет, Гитман, Тимофей, правильно? Да. А мы, да. Ну, типа, кнопку там не жмем там. Там была кнопка, потому что в первый раз проголосовали поровну. Но и второй раз кнопку я уже не стал жать. Типа, ты же побежал на свет тогда? Да, я побежал один на свет, а я ее починил. И, нет, ты не починил. Ты не ну, потому починил, что ты меня почему? Убил, да, потому да, что да, никто да. не побежал вообще. Очень никто... долго не бежали, вот в этом и луз. Я вообще не понял, то есть они бы выгнали в разноцвет и все. Я прям очень долго ждал, и никто не бежит. А мы проиграли, когда ты убил, и они выгнали Гитмана, просто ничего не сказав. Типа, у нас 7 человек, и выгнали Гитмана. Есть замена на следующую катку? Так следующий, а почему хотел. Ничего не сказав-то? Ну, ты лучше сказал, потом выгнали бы тебя, это стандартная ситуация. Чтобы блин, я причем даже сказал, что мне кажется, это тот случай, когда мафы втопили в Гитмана, когда было равное но, голосование. Кстати, я в Тимофея тогда голосовала. Один маф, наверное, проголосовал Гита. Ой, в Тимофея, я тоже в Тимофея голосовал. Так это же абсолютно игровая ситуация. Рофл в том, что я сам в себя проголосовал. Блин. Не, ну ты дурик. И надо раз и два, наверное, надо так было. Так стартовать нет или кто-то? Да, стартую. Агроном пропросил я просто на следующую. Я просто прошу, чтобы вы обсуждали время голосования, ребят. Обсуждание нормальная тема нам. Да, ну и не сразу голосовать, а потом думать.
честно, даже не хочу факера резать. Вот не буду резать факера. Я вот тебя зарежу. Слушайте, ну я так скажу, труп достаточно свежий, потому что мне кажется, когда я выбегал с пульсов, трупа не было. А где? А сейчас скажу, а последние 5 секунд вы где все были? Ну кто где? Я на корабле. Свет, свет камеры. На подходе к пульсам. На электричестве. Слева снизу я была моденами и Настя. А кто рядом с вами остался? Нет, подожди, еще Тимофей был. Сами, короче, Гудок, Пупа, Гитман и я стояли на электричестве. Да. Короче, дайте дам инфу, 10 секунд. А Рамона была с Тимофеем последней. Потом я пошел делать кислород, они куда-то отбежали, потом прибежала одна Рамона. Все. А ты меня не видел в конце? Ты видел в конце. Ты кислорода, я в конце стояла. До этого я все время видел, стояла между вами. Так а где убийство-то было? Убийство в оружейке. Ну, она могла. Оружейка это. Ну, у меня сейчас. Ну, оружейка это метеорит для метеорита. Да. Ну, Рамон со мной стоял. Я все время стояла, а ты говоришь, что. А, где она стояла? А, где корабли вот эти крутить? Корабли? Это начало самое? Штурвалы, голландский штурвал. Штурвалы. 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 Она не выбегала. Никуда. Ну, она стояла в проходе. Кто еще? Стояла, подождите. Не, она прибежала и стояла в проходе? Или она была с тобой все время, и потом... Ну, вообще, я пробегала, был Тимофей, да? Но... Не Рамон. Я зашла делать квест, да. А она стоит в проходе. Ну, подглядывала. Не всегда стояла там, но заходила. То есть она не убегала после того, как Тимофей пробежал... Ну, что ты пытаешься... Вот... Я спрашиваю... Про... Вот что ты топишь? Я тебе говорю, я стояла, я вас обоих видела. Ты меня топишь, это только подозрение тебе. А моденами кто-то окрасняет, ребят? Сори, вы все время... Я говорю, что я его видела и Настю видела. Мы вместе там стояли, я между ними стояла. Гидман, Гудок, Пупа, Крабик на свете. Угу. Рамон, угу. Если еще кто-то окрасняется, ребят, я бы не постеснялся на детерах кикать, если что. А кого-то потому что... кикать? Ну, потому... ну, если кто-то кого-то окрасняет, очевидно, кого я хочу. Ну, действительно, 4 на свете, типа... Ну, тут подозрительно, что я говорю, что я видела моденами... Ну что, подозрительно только агроном или что? Уэ, это не так. Почему это? А кто, я? То есть вы вообще все по одному, что ли, Бенни? Ну, я, да, по одному. Сейчас подходила к пульсам. Надо моденами убивать. Иначе он заебет потом. Ну вот где он? Понял.
Найс, найс. Гид, может, у тебя напарники были так? Вы реально не нашли ни одного фрага нигде? Ну так, а ты реально тоже не нашел? Я стоял, типа, умер гудок. Не, смотрите, умер гудок. Ко мне подбегает Рамона, побежала, типа, искать. Ко мне подбегаешь ты, побежал искать. Я думаю, я буду стоять, я хотя бы смогу дать инфу, как давно этот килл был сделан. Типа... Ну, я сейчас где в левую часть, скорее всего, все были в правой части. Я подожди, кто помимо Кекса был второй? Ну, Гитман. Гитман. А где вы убили? А, Моденами, ты же спускался не по скажу, коридору вниз, нет? По какому коридору? По кишке. Нет, я тебя встретил. Мишки, наверное, и потом обратно пошел, да? Нет, блядь. Да. Я был уверен, что ты пошел, там смотрю труп розового. Ну, док, где тебя убили? Скажи у меня, блин, в моей тайной нычке, я не хочу вам говорить, Кекс. А, блин, знаю, блядь, как? Подожди, Гудок, как они успели вдвоем оказаться на этом, я на энергетике? Я скажу больше. Когда, короче, меня убили, Кекс меня убил, пробежала Настя рядом с моей нычкой. И не заметила меня, потому что, блин, супер крутая нычка. Крабик, а ты... А там не видно, давай, да. Давай не там... Если меня убили, и вы не можете найти тут, это Кекс. Вот так. Крабик, а ты... Чувак, твоя нычка — это угол админки правый. Да, блядь. Ну хорошо, что Кекс понял, что надо убивать их обоих. Если меня убили, это факер или Кекс? А у нас человека одного, да, не хватает? Я знаю ее, типа, прекрасно. Да, всем пока, спасибо за карту. Спасибо тебе. Блин, что ты спрашивал? Что? Я говорю, ты труп не зарепортил справа. Нет, я уходил, смотри, осталась там Настя, и навстречу вышел гид. Потом, типа, заходишь ты тоже оттуда, и меня убивают, типа, вот в этой лабе прям. Че, есть плюсы, есть, ребята? На встречу. Но там реактор. Можно нам Сиесну позвать? Сиесну пишу. Ну, давай. Я бы, на самом деле, вот прям парочку. А там Варан, кстати, хотел. Да, кстати, и Варан, да, действительно хотел. Он же сказал, что он, типа, он плюс. Фак. А. Че ты слышишь, меня попустило, что-то, мне тебя не хочется убивать больше. Смотри, я в тебя вообще не топлю практически ни одной игры. Ну, я вот сейчас тебя мог так легко убить. И что ты. А я такой стою, мне вообще не хочется, представляешь? Кстати, представляешь, ты реально же. Это опасно. На меня переключился. Получается, села батарейка. Слушай, а у тебя гид давно КД прошел? Потому что один килл надо было давным-давно уже. Урн сказал, что уже спит. Не, он прям недавно, он удел. Ребят, Калай, если что. Да вон Варан зашел уже. А, блять, окей. Так сейчас уйдет Кирилл еще. Здорово, Варанович. Привет. Лайна. Привет. Кого-то еще. У вас такие веселые обсуждения. Прям я сижу, смеюсь прям. Вот такая логика прям. Прикольно. Логика присутствует. Ну да. Где-то есть.